Зажглись на елке светлые огни, и Новый год вступает во владенье. Пусть принесет он радостные дни, наполнив их любовью и везением. Каждый год перед нами стоит один и тот же вопрос. А что подарить всей своей родне? И у меня для вас на этот случай есть список топ моих подарков. Давайте не будем медлить и приступим, наконец, к ознакомлению. Льются с наших фотографий океаны биографий. Вот это такая вещица, она в любое время всегда будет актуальна. Это вот милое дело. Ой, слушай, а как пахнет. Ой, не могу, наркоманка просто. Лучше, конечно, подписать. Я вам сейчас покажу, как правильно это надо делать, чтобы не напортачить. Ой. На самом деле, для таких случаев у меня есть супер лайфхак. Сейчас я вам покажу его. Чтобы не было вот таких вот загибов, мы просто берем и чертим линию, по которой мы с вами будем писать. И тогда никто даже не подумает, что скажет просто еще какие-то курсы каллиграфии вы, дорогая Лидия, заканчивали. Все, ну, как отчеканила. Последний штрих, это чтобы вообще никто ничего не понял. Мы просто нужно линии эти стереть. Никто не догадается, что вы такая продуманка. Легкий аромат духов лучше миллиона слов. Одеколон Паша для мужа Толи. Это вылитый один в один. Когда он был, вот волосатый, конечно. Расходуется просто на ура. Я вот сама себе то прыщик прижгу, то Полинке там ручки помазать. Толя у меня из побруется, он вот так вот берет. И все, чтобы никакая зараза не проникла. А потом как пахнет. Он как побруется, я всегда немного, ну как необузданная какая-то. Знаете, вот когда от мужчины так статусно пахнет. Удержаться не могу. Мокрыми водиться можно у водицы, а в других местах, друзья, мокрым быть никак нельзя. Сейчас, извините, пожалуйста, я немного большие технические неполадки. Ой, ни за что в жизни не догадаетесь. Полотенце. Мне когда первый раз подарили год назад, я вообще чуть с глузду не двинулась. Там, на самом деле, все очень просто. Там, когда вот эту маленькую штучку окунаешь в воду, она просто раскрывается в воде. Это, знаете, это даже, я бы даже не сказала, что это какой-то полезный подарок. Это подарок впечатления, потому что я такого просто никогда не видела. Я много чего повидала, как и кошки роды принимала, и это все несравнимо. Сейчас мы с вами как раз наглядно и посмотрим, как работает эта вся финтифлюшка. Ну что, вы готовы? Ей-богу, я вот думала, что будет какая-то фигня с гулькин носа, а тут просто гигантское полотнище, я не знаю. Наступает Новый год. Чу. Мышка к нам уже идет. Ну, вот я просто не понимаю, как можно не обрадоваться такому подарку. Я не знаю, это нужно быть каким-то черствым и бесчувственным. Это еще и свечка, о, не заметила сразу. Ой, как мне нравится, ой, не могу. Слушайте, а если у вас, ну, какие-то проблемы там с финансами, не знаю, любой человек будет подарок получить открытку. Вот такой, знаешь, у меня вариантец. К сожалению, подписанная уже, но, знаете, это всегда можно исправить и обыграть. Вот, 01.01.2019 от Марины, любимой Лидочки. Мы сделаем пару штрихов. От Лиды, любимой Мариночки. Если ты стройна, как палка, я дарю тебе селфи-палку. Это вот в сравнении с тем, когда на руку фоткаешь, просто небо и земля, я сейчас покажу. Смотрите-ка, я не целиком, его полкадра рука занимает. Слушайте, и видно, что некому сфоткать, а одна одинёшенька, баба несчастная. А так никто не поймет, что как бы вы одна ходили куда-то. Чтобы жизни было сладко, подарю тебе прихватку. Ну, черти, ну зачем такие красивые произвольные? Даже прихватывать ей жалко что-либо. Так бы на крючочек повесила и любовалась бы. Так что, девчонки, перво-наперво прихватка это уют. Много денег не бывает. Это правда, господа. Можно сутками работать. Не хватает нифига. Поэтому еще один замечательный подарок. Вот не знаете, что дарить? Дарите деньги. Так как 2020 год наступает, мы дарим 220 рублей. Любимые мои, я поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Я вас всех очень люблю, обнимаю, целую. И пожалуйста, напишите в комментариях, какие вы уже подарки купили. Что понравилось из моих идей. В общем, пишите, что хотите. Вот что душа просит, то и напишите в комментариях. Я не хочу принуждать вас просить чего-то по всем этим правилам Ютуба. Что хотите, то и напишите. Все, я отклоняюсь. Я все, у меня настроение. Я пошла готовить все эти приблудские салаты. Мои самые... Все, давайте, мои затискала. Все, отметьте там, сильно не напивайтесь. А можете и напиться вообще, как угодно делайте.